Откуда ты? Киев. Зачем ты сюда приехал? Людей лечить. А тебя сюда звали вообще? Меня призвали. Ну и что? Тебя звали сюда приезжать на Донбасс вообще? Меня сюда отправили. Ну так а тебя сюда звали местные? Да. Местные? Местные меня не звали. Не звали? Там есть свободные люди? Мне пришли. Достань, подожди. Армия какая призвала? Украинская. А ты знаешь, что здесь ни Украина вообще никакой власти не имеет? Здесь Донбасс. Здесь Новороссия. Ты об этом знаешь? Уже знаю. Ты об этом узнал, когда прибыл сюда? Или ты узнал об этом? Сядь. Или ты об этом узнал, когда ты прибыл сюда? Или ты уже об этом знал там? Я знал, что идет война. Ну так объясни, ты зачем сюда прибыл? Лечить же кто-то должен. Кого, нас? Всех. Всех? У нас прекрасное медицинское лечение. У нас прекрасные, замечательные врачи. Так вопрос, зачем ты приехал сюда? Сейчас. Как зовут? Как Денис. Зовут? Зовут как? Денис. Фамилия? Шолом. Откуда? Город Киев. Прописка в Бровара. Откуда? Подожди, откуда вы приехали? В Дебальцево. А сколько? Состава сектора. Состава сектора. Где он находится? В Дебальцево. Где именно? Я не знаю, как тебе объяснить. Я не местный. По картам понимаешь? Понимаю. Много принеси ноутбук. Ноутбук принесите. Ты медик, ты хочешь сказать? Я медик. Стреляный? И что же у тебя там? Я отдавал ногу. Как будто, блядь. Сейчас тру посмотрю. Дай, где? Значит, в машине. На колени. Ну, да, оставьте все. Нахуй, да, оставьте все. Я там байки с ним разбираться. Вот, оставьте. Дальше. Сколько у вас человек там? Численность. Большая, нет? Где? Дебальцево. Я не владею полной информацией. Я задал вопрос, а будь добр ответить. Ну, человек 400. 500. Всего? Вы только приехали, поменялись, ротация? Ну, недавно приехали. Когда? Я здесь 2 месяца. Нет, ты 2 месяца бессменно. У вас ротация была, приезжали новые люди? Я бессменно. Ротация у вас была недавно, смена личного состава? Я не знаю, каждый батальон меняется по-своему. Тихо, заткнитесь все. У меня не было, у других, может, и была. Ну, ты видел передвижение, знаешь, ты в части не можешь понять, была ротация или нет, что ли? Я же врач, я выезжаю, меня в части почти нету. У нас очень много раненых, я езжу, забираю раненых. Укропов раненых? Много раненых? Ну, хватает. За последние несколько дней человек 15. А убитых? Вчера вечером 200-й. Один? Один. А за последнюю неделю много было 200-х, 300-х? Ну, 300-х человек 30. А 200-х? Разойдитесь все, расформируйтесь. 200-х, тех, что я знаю, только 2. Но, возможно, были еще. Вот, еще укропы. Стой, откуда сами? Откуда сами?